Всем привет, с вами Илья. Это Ninja Draw. Сегодня я буду рисовать на время Буранного самурая. Злодея из 11 сезона. Вот, ледяного самурая. Грозного. Вот материалы, которые мне понадобятся. Пара карандашей, фломастеры. Давайте же начнем. Первый раунд. 1 минута. Поехали. Здесь все надо быстро. Первый раунд это. Все максимально просто должно быть. Потому что особо тут мало что успеешь за такое время. Уже половина прошла. Поэтому... Ай-яй-яй. Падает. Тут уж как получится. Все, время истекло. Довольно сложно в этот раз рисовать, поскольку... Давайте начну. Второй раунд, 5 минут. Довольно трудно рисовать сегодня в этом выпуске, поскольку... Фигурка достаточно сложная по внешнему виду. Много деталей, которые надо учитывать при рисовании. И, соответственно, успевать посложнее. Ну, я буду стараться нарисовать все, что сумею. В этом вся суть Ninja Draw. Ну, вот с таким условием на время. Вообще, злодеи из 11 сезона Ниндзяго очень детализированные. Буранные самураи, огненные гадюки. И те, и другие, они очень детализированные. Я об этом уже говорил в своих предыдущих видео не один раз. На самом деле так. От этого даже интереснее. Чуть больше минуты осталось. Вполне себе успеваю. Вполне успеваю. Так, ну нужно все равно сейчас поторопиться, поскольку время заканчивается. Быстренько, быстренько. Эй. Время вышло. Второй раунд закончили. Перехожу к 10 раунду. Последний. Начинаю.
3 минуты осталось. Полторы минуты до окончания. Чуть-чуть совсем осталось. Так. Ну и в целом все. Время истекло. Я нарисовал и готов вам показать свои рисунки. Справа вы увидите примерный ракурс, которого я рисовал. Самурая. Итак, давайте начнем. Первый раунд. 1 минута. Здесь все просто. Ноги серого цвета. Доспех. Нагрудник красного цвета. Одна рука оголена. Голубого цвета кожа. Глаза, брови, шлем с элементами льда. И оружие, двойной топор. В целом это основные черты ледяного самурая. 5 минут, второй раунд. Здесь уже лучше. Больше нарисовал я. Ноги аккуратнее. Торс, руки. Уже все аккуратнее. Торс, конечно, без каких-либо дополнительных на нем детализации. Принтов нет, принты не передал, да. Оружие хорошо получилось, руки, опять же, кисти. Лицо уже есть хорошо детализированное, практически все черты учел. И шлем с сосульками. Хорошо получилось. 10 минут, третий раунд. Вот, последний раунд. И здесь получилось шикарно. Полная детализация, учел все принты, практически все детали учел, старался максимально передать основные черты и к тому же вообще полностью передать внешний вид буранного самурая. Оружие хорошо получилось, точности такое же, ну и вообще все принты точности такие же практически. Это узнаваемо точно. Буранный самурай, вот, ледяной самурай. Шлем, лицо, все аккуратно. И вот такие вот рисуночки сегодня получились у меня. Буранный самурай из 11 сезона Ниндзяго. Напишите, как вам? На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!